Всем привет, с вами Колян, и давайте почитаем, что пишут о битве замков. И здесь я нашел, а просто очуменный коммент, смотрим. Бляди, конченый, говно, игра надоела, донатить, дарить. Я не понял, что он тут пишет, знаков препинания никаких нет, там ошибок, ставит однерочку. А охуели там наглый, как три пидораса, вместе уберите лохотрон. Какой лохотрон? Поначалу выпадало, потом просто кидало. Не кидайте деньги, не попадете в топ по-любому, пока не вытянут пару лямов. Ну, я здесь готов с ним поспорить, так здесь лохотрона нет, это все зависит от рандома и удачи. Хотя на мой аккаунт давненько тоже не падали легенды, но они выпадают, все-таки выпадают, ребята. Так, что здесь, не кидать деньги, попадете в топ по-любому, пока не с вас не вытянут пару лямов, повешался бы, что, повешался, или что вас закрыли, наказать вас на что, мой донат вас разорил, тара-та-та-та-та-там, там всякий лохотрон. Нет, здесь чувак просто, походу, бомбанул за того, что он в донате слил много самоцветов и ничего в итоге не выбил. Так, давайте приступаем к следующему комменту. Недалеко находился этот коммент. Игрушка норм, есть на счету многих друзей, так как князь тыкву не выбить и других тоже. Или настройте лохотрон, или поставьте в продажу. Так, а если поставить тыкву в продажу, у тех людей, у которых нету, они ее просто купят, и смысл этого ничего не будет. Тыква самый важный герой, и ее покупать. Так, ребят, еще один коммент, тут написано, нафига Wi-Fi для обновления в самой игре. А бывали у меня тоже такие случаи, когда я захожу в игру, у меня пишет какое-то обновление, типа нет Wi-Fi, но здесь проблема у чувака с интернетом. Так, пару минут 100 мегабайт качается, почему нет вас обновить через простой мобильный интернет? Конечно же, нету, только есть через Wi-Fi, и это случается у некоторых, так как у меня была обновленная версия, но почему-то она у меня решила обновиться, и так как нету Wi-Fi, у меня она не работала. Когда я пришел домой, запустил, у меня было все отлично, не знаю, что здесь, почему так все возникают. И да, ребята, я сейчас хочу найти такие комменты, где люди просто начинают там выпрашивать что-нибудь. Вы, наверное, сталкивались с такими комментами, и я сейчас хочу его найти. Так, вот еще один коммент нашел. Играл долгое время в игру, было все прекрасно. И тут облом. Захожу в игру, а там пропали почти все герои. Пропало довольно большое количество самоцветов, обнулились кристаллы. Ранг упал до начального уровня. Написать в раздел, здесь уже нету смысла, так как пацанчика взломали и слили ему аккаунт. Да, вот тут здесь минус есть разработчиков, так как здесь могут заходить на аккаунты и сливать. Ну, чтобы такого не случалось, привязывайте номер телефона к Google почте, и тогда у вас с аккаунтом все будет нормально, как и у меня. И еще один коммент. Ужасно, ужасно, еще раз ужасно. Сам баланс в игре бесит. Почему я играю 2 года, и у меня из двух легендарных героев. Все, у многих с первого точка тыква Дракула и вообще редкие 7 легенды. Это рандом. Чувак, играй 2 года и 2 редкие легенды. Купи героев за кристаллы. Копи просто самоцветы. Это долго, но за 2 года ты накопишь 30 тысяч, даже больше 30 тысяч самоцветов, и ты за них выбьешь. Если ты за них не выбьешь, то покупай кристаллы и покупай героя за кристаллы. А еще один коммент, с которым можно поспорить. Обращение к разработчикам. После последнего обновления стали слетать все расстановки, кроме забытой битвы. Исправьте, пожалуйста, этот недостаток или подскажите, как с ним бороться, до обновления было все идеально. А здесь надо заходить в официальную группу ВКонтакте или надо уже к этому привыкнуть, так как после обновления, чтобы они исправили какой-то баг у них был, и они предупреждали в официальной группе, что все расстановки, которые находятся, они будут слетать. Ну, расстановку в забытой битве, там место, и пуспыхает, там это дело изичное, просто все расставить будет очень просто. Нашел странный коммент, где написано, мне игра очень типа нравится, все хорошо, но есть один минус. Первый, это графика в контре или доте, графика класс. А что он сравнивает, игру для телефона на Android или игру для ПК? Вот это очень странный коммент. Так, ребят, давайте почитаем, что еще пишут о английской версии. Какие отзывы там есть. На английской версии тоже много отзывов от русских. Так вот, здесь еще один коммент, где написали, что хорошо, все хорошая игра, но здесь русского языка. Я бы ему дал совет такой, чтобы он скачал русскую версию, так как зачем он скачивал английскую версию, я не понимаю, хотя выходили все версии одинаковые, и русская, и английская была, так как он мог скачать русскую версию и там качать, но почему он ждет на английской версии русский язык? Здесь есть под каждую версию определенный, так сказать, язык. Ему было бы выгоднее скачать русскую версию. А вот и странные комменты. У меня сначала было 1000 саймов, и мне выпала тыква, Дракула, Купидон, Варлок, Королева Гарпии, Рыцарь и три ниндзя.
Представляете, это 9 героев, если я не ошибаюсь, за 1000 самоцветов столько выбить, это... Тыкнул. Легенда, 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 легенда. Ну, конечно, здесь гон идет, потому что нельзя выбить за 1000 самоцветов такое большое количество легендарных героев. Вот, смотрите, я на какой наткнулся все-таки на коммент, я его нашел. Только создал аккаунт Play Market, у меня уже был какой-то аккаунт Руслан. Пожалуйста, дайте мне новый аккаунт и 15 тысяч самоцветов компенсации. Смотрите, что он выпрашивает. Был аккаунт какой-то Руслан, ну так создай новый аккаунт. И 15 тысяч, блин, сам сейчас пишет с аккаунта какого-то Тимура. Вообще жесткие вымогатели. Так, а у меня на этом все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если найдете классные комменты, то пишите в комментариях, какие вы нашли комменты под версиями Битвы Замков. Всем пока.